В Акурде сегодня прошло совещание по вопросу дальнейшей модернизации вооруженных сил Республики Казахстан под председательством Нурсултана Назарбаева. Главу государства проинформировали о проводимой работе по совершенствованию боевой готовности казахстанской армии и принимаемых мерах по укреплению ее боевого потенциала. По итогам встречи президент дал ряд поручений секретарю Совета безопасности, министру обороны и начальнику Генерального штаба. Сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и топливно-энергетической сферах обсудили президент Казахстана и премьер-министр Хорватии. Нурсултан Назарбаев отметил, что дал поручение о расширении взаимодействия с хорватскими компаниями, которые намерены работать с Казахстаном. Зоран Миланович, в свою очередь, подчеркнул растущую динамику сотрудничества двух стран, что положительно сказывается на ключевых сферах взаимоотношений. Я приветствую ваш визит, господин премьер-министр. С Хорватией у нас всегда были очень отношения теплые, у меня лично всегда были хорошие впечатления. Много раз бывал я в Хорватии и всегда пытались наладить хорошие экономические отношения, потому что между нашими странами никаких проблем нет. Мы готовы по всем направлениям сотрудничать с вами.